творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфри. Смотрите, как они красиво играют. Кстати, инкассаторская машина приехала. Вот видите, как эти кошечки играют. Красивые девочки. Смотрите мою творческую программу о моей студии позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуди, а также программы, так что, в общем, кафе, ресторан красоты The Beauty. Вы успели впитать энергию инкассаторской машины? Сейчас мы с вами порассуждаем. Машина отъехала, девочки кисы играют на травке. Очень интересно, кстати, вот подумать, знаете, на какую, смотрите, у меня как красивый какой бэкграунд, картина моя, картина озера, вот. Очень интересно, вот получается, что все-таки, наверное, впитывать эти техники, я никогда не читала, что это можно, например, впитывать, хотя Наталья Борисовна Правдина в ее книге «Богатство в моих руках». Вот. Она же там публиковала и корону Российской империи, и драгоценности,
И, в общем-то, она считала, наверное, что каким-то образом, все-таки, когда смотришь, даже на картинке, вот, драгоценности, каких-то красивых вещей дорогих, вот, то есть какое-то определенное количество энергии. А так, в принципе, и Джон Кеха, вот, и, в общем, как там впитывал, ходил в пятизвездочные отели, впитывал эти отели, как там советуют, в общем, там, ходить в банки, впитывать эту энергию, там, представляешь, что, ну, в банк, не знаю, там, банк, ну, Сбербанк, Bank of America, вот, и, в общем, такая определенные такие техники. Потому что там в этих не говорилось, что, например, там посмотрите по интернету, откройте, например, там по интернету Bank of America и как-то начните это впитывать, эту вот эту, как говорится, эти деньги, как-то вот это почему-то вот, как говорится, это нужно быть с этим как-то близости. То есть, когда если идешь в этот банк, как там вот советовали, вот идешь, там какие-то счета оплачивать. И здесь уже, как говорится, воспользоваться такой вот этой ситуацией. Так что вот. В принципе, казалось бы, также он там, вроде какая визуализация, визуализировать мечту, также он мог визуализировать, например, 5 звезд отель. Зачем он, например, ходил в 5-звездочные отели, сидел там в лобби и, в общем, впитывал вот эту атмосферу, расширяя свою зону комфорта. Ну, это по Джеку Кенфилду. Интересная тема, правда? Он мог просто представить, что он там уже пошел, что он в этом отеле, в пятизвездочном, и представить, и впитывать. Все-таки здесь все-таки важно шикарное место. Там банк, от шикарный отель там. Так что вот. Хотя у Натальи Правдины были там вот эти примеры, там она приводила примеры богатейших людей, вот, и российских, и американских, ну вообще там мировых. Вот, да, и писала. То есть, знаете, вот когда, наверное, читаешь богатых людях, смотришь на такие какие-то, говорю, драгоценности, короны. В общем, это как-то вот концентрируешься на этом. Тоже каким-то образом, может быть, не в такой мере, может быть, знаете, когда это вот уже видишь, уже, знаете, как там в оригинале, уже присутствуешь в шикарном отеле в таком, его впитываешь, это, наверное, это повышает, знаете, как это называется, больше, знаете, повышает как-то, ну, скажем, знаете, по такой системе, знаете, там это расширить свою зону комфорта, если там будешь, может быть, там по журналам, по интернету смотреть, может быть, за какой-то небольшой процент. Ну, я не знаю, я так, это мои какие-то, наверное, догадки из того, что я вот знаю, просто сейчас задумалась. Это получается, может, знаете, какой-то небольшой процент. А если ты уже пошел в шикарный отель, если там пошел, наверное, на какую-то шикарную выставку этих дорогих автомобилей или в салон и уже сел в эту шикарную машину, это ты не просто листаешь этот журнал с этими каталогами, это ты уже сел в шикарную машину, уже ощущаешь эту машину, ощущаешь этот руль, вот. Это разные ощущения, или ты просто по интернету смотришь, или просто там в журнале. Или ты пришел уже в банк, Сбербанк, Bank of America, или ты уже рядом с каким-то шикарным зданием, не знаю, там, в общем, бизнес-центром, или каким-то шикарным офисом, или Эрмитажем, или на какой-то выставке, где такие драгоценности. Да. Одно дело, ты смотришь журнал, например, с какие-то там бриллианты, алмазы, бриллианты, не знаю, там, рубины. Другое дело, ты это вот видишь, пришел на выставку, видишь это воочию. Интересная тема. Надо будет ее, эту тему, сейчас там посмотрю, там видео загружается, так что вот.
надо будет эту тему как-то более подумать, эту тему. Как советуют? Это очень отдельный совет. Меньше читаем, больше думаем. Да? Некоторые, вообще некоторые говорят, самое главное задавать правильные вопросы, поскольку, знаете, иногда так вот что-то прочитал, посмотрел, потом так порассуждал, хоп, и из какого-то такого, даже раньше не задумывался о чем-то таком, так это хоп, какая-то такая вот идея. Это я о чем? Это я к тому, что все-таки я о том, что надо быть, стремиться к тому, чтобы быть процветающим, по крайней мере, я вот хочу быть процветающим, как я написала в моей книге «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Так что вот.